Ночь на зигзаге открывает счет фрагом в этом раунде. Забирает рака. Что будет дальше? Адрен минус. Ой-ой-ой. Два минуса от Адрена на медле. Кучер на Б. Забирает Солика. Феликс один против четверых. Уходит немец Б-плунта. Понимает, что там его будет плотно встречать. И надо сейчас ловить Ашеров на ошибках. Как видим, с Доси перестрелка ничем интересным не закончилась. Дося должен давать информацию, что ушел в верхнюю Т-шку. Последний оставшийся в живых игрок команды Alternate Attacks. И что же будет дальше? Дося контролирует перетяжку в Т-шком распауне. Замечает Феликса. Ну, я не знаю, на что рассчитывает Феликс. Должен понимать, что оставшись против четверых, у Hellraiser все будет под контролем. Но опять-таки, вот и первая ошибка. Падает Досян в медле. На пальме подловил. Ну вот дальше понимают Ашеры, что стреляться не стоит. С Феликсом довольно-таки опасный парень. Ну и Маркелов вместе с Адреном и Ангелом. Вот на таких позициях. Так, Марик и Ангел вроде бы должны сейчас услышать пробегающего Феликса. Феликс забирает Марика на пленте. Если заметит Ангела, это будет провал. Ангел все-таки выступил нежданчиком. Ну как же так, Феликс забирает и Ангела. 1-1 против Казаха. Вот так провал. Если попадет одну пулю в голову Адрену, то Казах упадет. И Феликс, как так? Это эйс, друзья.